Я тут твою фигурку вырезал. Сейчас с ней что-то сделаю. Интересно, почувствуешь? Слушай, пришелец, а покорми его, а? Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права. Плюет в чужом доме? Ужас. Липтико. Ты не поверишь, я сколько раз бывал в гостях и ни разу не ел торт. Что, не любишь сладкого? Да нет, не в этом дело. Просто когда начинаю резать торт, к тому времени я уже под столом. Шампанское и пузырьки неотделимы. 1 января проснулся и обнаружил бутылку из-под шампанского и 8 пузырьков из-под водки. Прежде ж, водка не пузырится. А кто это сделал? Я не спорю ни с женой, ни тещей. И как вам это удается? А что тут сложного, когда жена занимается боксом, а теща стрельбой? Последнее слово в ссоре с женщиной всегда остается за ней. Так что, если ты уйдешь из дома, сядешь на корабль, уедешь в океан, все равно скоро обнаружишь бутылку с надписью. Ну и что ты этим добился? Не напоминай про бутылку. Липтико. Слышь, пришелец, представляешь, вчера я пока был у вас на станции, ко мне заехали воры. Кто забрали? Ничего не взяли. Никогда не поверю, что просто так ушли. Я этого не говорил. Оставили записку. Так жить нельзя. Сила привычки — великая сила. Не употребляй алкоголь уже месяц. А голова по понедельникам продолжает болеть. Что, серьезно? Смотри, звезда падает. Скорее загадывай желание. Хочу, чтобы у меня был вместо пупка портал для зарядки мобильного телефона. Ты дебил? Почему? Нельзя говорить мечту вслух. Липтико. Если попытаться ходить только туда, куда глаза глядят, то постоянно будешь натыкаться в витрины виноводочных магазинов. Ну ты и алкаш, больше ничего не видишь. А кто это сделал? Я в командировку еду на море. Везет тебе, а куда? Ага, очень, Мурманск. Нет ничего невозможного для человека, у которого есть мечта. Ну и пару миллионов евро для его воплощения. Это идея. У меня для тебя две новости. Одна плохая, другая хорошая. Хорошей? Плохих новостей нет. А плохая? Хороших тоже. Липтико. Герцогиня Майбера дает инструктаж новому лакею и говорит: и запомните, обед у нас ровно в 8 утра. Лакей говорит: все понял, мадам. Но если задержусь, начинайте без меня. Подписываемся, кликаем на колокольчик.